Согласно материалам дела, житель Мозыря 2002 года рождения, желая подзаработать, вступил через мессенджер Telegram в организованную преступную группу по распространению запрещенных веществ. Приобрел мефедрон массой около 42 граммов и альфа-ПВП массой чуть меньше 1 грамма, который с целью сбыта хранил и перевозил часть вещества, разместил в тайниках. При раскладке на него обратила внимание бдительная горожанка. Поведение парня ей показалось подозрительным, и она позвонила в милицию. Закладчика быстро вычислили и задержали. Во время судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину. В качестве наказания суд определил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом 100 базовых величин. У него конфискован мобильный телефон, также постановлено взыскать полученный в результате преступной деятельности доход.